Да. Смотрите! Президент самый сказочный, самый считаемый, независимо от того, большой это или маленький, взрослый, ты или ребенок, в разном году, Новый год, продолжаем, или точнее, связь. Ничего себе! Новогодний раз украшения наших городов, сел, районов, столицы. Смотри, смотри, вот здорово! Мы должны написать ответ. Всему Белгороду от меня большой морозный привет. Совсем скоро на центральной площади Белгорода произойдет чудо. Появится красивая новогодняя елочка. А это значит, череда новогодних праздников все ближе и ближе. Во всей Белгородской области откроется почтовое отделение. Внучата мои милые, девчонки, мальчишки, пишите мне письма. И кто себя вел хорошо, обязательно получит подарок. Всех жителей Белгорода и Белгородской области я, как главный зимний волшебник, российский Дед Мороз, поздравляю с Новым Годом, с новым счастьем. Всем желаю добра, здоровья, благополучия и удачи. Пусть на все начинания у вас сил хватает, пусть желания ваши исполнятся, мечты сбудутся. А уж какие, никто-то, может, и не знает, ну а я ведаю. С Новым Годом!